хочу, чтобы сейчас вышел на сцену мой друг Влад, который пришел меня поддержать. Влад Балу, просто друг, шикарный артист и лучший человек. Влад. Всем аплодируем. Всем привет. Давайте еще раз поаплодируем нашему другу, талантливый Влад Балу, друзья. Сегодня нас ожидает уникальное фэшн-шоу дизайнеров Корселет и Лаура Мар. Поаплодируем, друзья! Собрались мы сегодня здесь, в этом зале, как раз ради этого события, в честь их первого дня рождения. Милые наши девушки, милые наши прекрасные модели. Во-первых, здесь мы все собрались, и артисты приехали нас поддержать. Друзья, артисты, модели. У нас открылся шикарнейший шоурум на Никольской. Мы всех ждем в гости, мы будем всем очень рады. Очень сексуальные наряды, самые лучшие платья, самые лучшие костюмы, самые лучшие дизайнерские костюмы. В общем, на любой вкус сумочки. Украшения, в общем, все на любой вкус. И что мы хотим здесь сказать? А завтра, кстати, у нас мероприятие в Сохо. Ну, такая маленькая рекламочка. Вот, что я хочу сказать, девочки мои хорошие, с нами вы были очень долго. Мы благодарим вас за то, что вы с нами были все это время. И хотим вручить вам подарочки от нашего магазина. И это должна была делать Анечка Калашникова, но вот, к сожалению, она опаздывает. В общем, Дариночка, Оксаночка, мы хотим вас сказать, что вы являетесь амбассадорами наших брендов. Вы имеете право в любой день, в любой момент прийти в наш шоурум и взять себе на прокат наряд на любое мероприятие. А также тебе, моя хорошая, от моего магазина я дарю корсет базовый, черный. Тебе, моя хорошая, тоже. Это от моего магазина тебе подарочки. Корсет базовый, вот в таком формате, небольшая рекламка. Каждая ваша женщина будет выглядеть просто вообще потрясающе. Так что мужчинам на заметку. Вот, я передаю слово Лаурочке. Это также ее магазин, как и мой. А еще у меня есть одна очень хорошая такое слово, которое бы я хотела сказать своим близким и друзьям. И это вот так. Потому что по-другому нельзя. Спасибо всем. Снежана, я так все уже сказала за нас. Я волнуюсь, правда, я волнуюсь, потому что я так ушла очень-очень долго. Спасибо моему парню. Богдан Ситамир сегодня, это прикол, можете его спросить, кто знает его. Я сегодня реально голос сорвала, не знаю, что будет дальше. Я сегодня кашлял всем в 8 утра. А почему ты кашляешь мне в трубку, звонишь в 8 утра? Богдан, ты можешь прийти поддержать? Я с удовольствием, потому что я в Питере пить. Вот. Ну ладно. В следующий раз обязательно поддерживаю. Все знают о мероприятии. Приезжайте в шоу-рум. У меня также работает индивидуальный шип, заказ. Ручная работа? Да, ручная работа, кстати. Сваровские камни, так что можете посмотреть и ознакомиться с нашим проектом. Спасибо большое. Всем здравствуйте.
хотелось бы тоже сказать слово. Хотелось поблагодарить наших двух дизайнеров. У них талант. Они соединили нас, девочек, и мы все себя чувствуем комфортно вместе с ними. Вот. Девочки дали мне возможность разместить у них в магазине свои изделия. Я мастер по эпоксидной смоле. Поэтому тот, кто хочет увидеть и потрогать вживую, вы тоже можете приезжать на Никольскую 17, строение 1, в шоу-рум. Всем спасибо. Спасибо огромное, друзья. Давайте еще раз поаплодируем нашим замечательным дизайнерам. Поздравим их с их замечательным магазином, шоу-румом. Я думаю, для них это шаг, которым они шли долго. И сегодня для них начинается новая эра, новая ступень в их творчестве. И я думаю, все будет только продолжаться и развиваться. Давайте пожелаем им успехов, процветания и всего самого лучшего. Ваши аплодисменты. А сейчас, дамы и господа, перед вами выступит победитель музыкального конкурса «Шоу талантов», участник реалити-шоу «Мама в законе», певец, композитор, пианист, саунд-продюсер, владелец школы эстрадного пения, маэстро Владимир Лунёв. День, ночь, душа на карантине, сон прочь, как в черно-белом фильме. Сердце не может биться без тебя, а я. Дай мне своим теплом согреться, наши чувства не могли стереться. Для тебя все звезды и луна, любовь моя. Ведь я тебе нужен, пустые слова. Ведь я тебе нужен, любовь не игра. Дыханием одним